На сайте Краевой прокуратуры создан специальный раздел, где можно сообщить о призывах к экстремизму, обнаруженных в интернете. Для этого нужно заполнить форму, в которой указывается имя заявителя, электронный адрес для связи и ссылка на подозрительный сайт. После проверки сотрудники прокуратуры будут направлять в Роскомнадзор требования об ограничении доступа к информационным ресурсам с запрещенной информацией.